Всем привет! Я приехал в соседний город Брукс в гости. Так, и хочу показать плантацию. Это Гена. Вот он сейчас помашет ручкой, но я его сам не вижу. Где-то он там спрятался. А это ихняя плантация канадская. Сейчас уже такое 4 сентября. Маме завтра надо позвонить, не забыть. Да. Это вот помидоры ихние. Вот такие в Канаде. У нас уже нет помидор, а здесь они только начинают зреть в сентябре. Хотя уже морозы были. Кстати, мороз был. У вас был мороз? Нет. Не был? Не был. У нас был. Плантации. Садоводов-огородников. А там вот какое-то дерево растет. Чем-то. Дикие яблоки, по-моему. Нормальные яблоки. Вкусные. О! А здесь бассейн. Вот. Там моя машина, если кому-то интересно. Это их не дом. Ну вот. Вот так. Все. Всем пока. Ух.